деревни, где качала мать меня, от родимого крылечка убежала в город я. Все я грезила, мечтала посмотреть на белый свет, но вернулась вновь в деревню, мне милее места нет. Вот она деревня, синички да лавочки, да гармошка русская, золотые планочки. Вот она деревня, песни на заваленке, и грустит заброшенный чей-то домик старенький. Сельчане и гости нашего села, добрый день, участники большого и яркого события Клевенского района. В соответствии с поручениями президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина по созданию условий доступности социальных услуг сельскому населению Олегом Петровичем Королевым была инициирована программа строительства 35 сельских домов культуры в рамках программы развития и сохранения культуры и туризма на территории Липецкой области. Активное развитие культуры и досуга в районе и продуманная социально-экономическая политика администрации Липецкой области позволила сегодня нашему творческому коллективу справить новоселье. Право перерезать символическую ленточку предоставляется заместителю главы администрации Липецкой области Таран Юрию Николаевичу, главе Клевенского муниципального района Лисову Михаилу Алексеевичу, главе Воробьевского сельского поселения Бунеевой Анне Антоновне, генеральному директору общества с ограниченной ответственностью «Стройсервис» Суворову Сергею Рафаиловичу. Пожалуйста. От чистого сердца. Да. От чистого сердца. Аплодисменты, друзья. Ну что ж, Сергей Рафаилович, самое время подошло передать символический ключ от нового здания Дома культуры директору Ушаковой Татьяне Михайловне. Пожалуйста. Дорогие односельчане, сегодня у вас замечательный день. Открывается такой замечательный ДК. Будьте здесь желаемы в этом клубе. Ходите сюда и занимайтесь, танцуйте и веселитесь. Сегодня передаем ключ и открываем новый клуб «Дом культуры». Ура! Ну а теперь все за мной. А теперь прошу вас пройти в фойе нового Дома культуры. По извилистым дорожкам вдаль меня вела мечта. В городских кварталах шумных все искала счастье я. Позабыла я парнишку, что в соседнем доме жил. У застенчивой рябины он руки моей просил. Вот она деревня, синички да лавочки, да гармошка русская, золотые планочки. Вот она деревня, песни на заваленке, и грустит заброшенный чей-то домик старенький. Уважаемые хозяева, воробьевцы, гости, сегодня для нашего замечательного села Воробьевка очень важное торжественное событие. Так уж получилось в истории, что как-то Воробьевке по жизни немножко не везло. Везде образовались совхозы, колхозы крупные, все это. Воробьевка осталась как-то вот на обочине. В 83-м году прошлого века образовался совхоз Воробьевский. Ну и началось вроде бы и строительство массовое. Но недолго это дело протянулось, после все это дело начало разваливаться, и дальше пошло то инвестор не тот, то еще чего-то. И Дом культуры, который строили тогда, начали строить его в 85-м году, как я сейчас помню, в 89-м году его сдавали. Сдавали вот в это время. Давайте быстрее туда-сюда. Но так получилось, что
строители и 20-го, 21-го века отличаются одним. Когда их сильно гонишь, они делают совершенно некачественную работу. И те плиты, которые перекрывали зал, в котором зрительные люди находились, просто висели чуть-чуть на стене. Строители решили туда в пол кирпича еще там приложить, пристроить там как. Одним словом, Господь Бог отвел от беды, закрыли мы его вроде бы на профилактику, на ремонт, а в это время страшные ливневые дожди пошли, эти плиты понапитались, вода везде, и они рухнули. Подумав о том, как его восстанавливать и все прочее остальное, опять какой-то развал полный идет. Вот. Но воробьевцы они не сдаются. Очень сильные люди, волевые люди. Дома добротные, крепкие. Сами такие находчивые во всех делах. Нашли свой путь по жизни всегда. Подсолнечник выращивали. Из любых положений выходили. По всей стране продавали где-то, как-то чего-то. Концы с концами всегда сводили. Очень сильный народ. Поэтому, когда была Липецкой областью принята программа по строительству домов культуры, благодаря нашему главе администрации Олегу Петровичу Королеву, областному совету депутатов, поддержку получила эта программа в лице работников культуры, ответственных за это дело в нашей области. И в Воробьевке было решено построить небольшой, уютный домик культуры, учитывая наше социальное положение и так далее. И когда вы проводили фестиваль, мы вместе с вами вот летом проводили фестиваль «Подсолнух», то некоторые из вас помнят, что мы справедливо заметили, что Воробьевка, ну как-то незаслуженно, мы ей не додаем чего-то. Может быть, из-за того, что вот я начал говорить, что тут совхоз появился, пропал, и так центра какого-то определенного никогда толком не было, и все. Поэтому за последнее время многое делается по этой сложной жизни, непростой жизни. И дорог, и водопроводов, и газопроводов, вы сами прекрасно знаете. Село соединено сегодня многим, по многим то с другими селами, асфальтами, дорогами и так далее. И внутри населенного пункта делается благоустройство. Но я должен вам сказать, вот это то большое начало, которое сегодня мы вам сдаем, сдаем вместе с вами вот этот в эксплуатацию домик культуры, это есть начало для того, чтобы поддержать по-настоящему Воробьевку и воробьевцев. На будущий год мы с вами строим вот в этом году, который наступит, в 18-м, здесь хороший медицинский офис, офис врача общей практики здесь, рядом. Благоустройство, на которое выделено достаточное количество денег, полностью будет кругом везде сделано. И ряд других работ для того, чтобы вы себя чувствовали людьми, которые, так сказать, не брошены на произвол судьбы, а которые по возможности и область, и район, и в целом наше государство оказывает содействие. Поэтому я от души вас всех поздравляю сегодня с этим торжественным событием. И хочу вас заверить в том, что для села будет все делаться, для того, чтобы вы жили как можно лучше. И мне хочется сегодня выразить слова искренней благодарности в лице Юрия Николаевича Тарана, который здесь находится, заместитель, который курирует сферу образования, культуры, за то, что нам оказана такая большая помощь, и оказывается в целом по району, во всех вопросах его развития. В лице Юрия Николаевича выражаю благодарность Олегу Петровичу, Павлу Ивановичу Путилину за то, что вот мы с вами имеем возможность решать многие вопросы. Хочу поблагодарить, как бы там то ни было, сложно, трудно, строительный комплекс, он все-таки тоже переживает такие, будем говорить, моменты, особенно небольшие организации, им тяжело работать. Но в лице тех, кто сегодня тут работали, строителей, я хочу сказать, добрые, замечательные, чуткие, отзывчивые. Сперва не очень-то приветливо воробьевцы их встретили. Руководитель Суворов Сергей Рафаилович, который здесь находится, попал бедный в больницу. Но потом поправился, и он все-таки такой, будем говорить, ну, патриотический человек, приложил все силы для того, чтобы этот домик культуры был сдан в эксплуатацию. Поэтому вам огромное спасибо. И я от души сегодня представляю слово Юрию Николаевичу Тарану. Добрый день, замечательный день.
дорогие воробьевцы, ну, во-первых, всех с важным государственным праздником, с Днем Конституции. Мы с вами сегодня действительно можем реализовать свои конституционные права на то, чтобы заниматься любимым делом. Михаил Алексеевич сейчас вспомнил историю про Воробьевский клуб. Были другие времена, было другое государство, Советский Союз. Были по-другому устроены наши села, наши города. Жизнь меняется. И несколько лет назад мы даже не мечтали о том, чтобы начать такую масштабную программу. А сегодня у меня уже несколько таких ленточек, красных ленточек от открытых домов культуры, которые мы реализуем по инициативе главы области. Почему так произошло? Почему несколько лет назад мы даже не мечтали, а сегодня это получается? Потому что Липецкая область, как регион социально-экономически развитый, сегодня может себе позволить и решать вопросы, связанные с улучшением жизни небольших сел. Программа не случайно ориентирована прежде всего на села. И мы так для себя и называем ее «Сельский дом культуры». Конечно, очень бы хотелось, чтобы дома культуры, возможно, были больше. И в школах детей было больше. Поэтому, дорогие воробьевцы, я вас поздравляю с этим событием. Могу сказать, что Михаил Алексеевич уже нарисовал вам картину ближайшего будущего. Остальное все в ваших руках. Здесь сегодня и старый млад. Очень хочется, чтобы в этом доме культуры всегда звучали песни, чтобы на этой сцене ставились танцы, чтобы здесь было интересно и молодежи, и детям, и людям зрелого возраста, пожилым, ветеранам, чтобы этот дом культуры действительно стал сердцем, культурным сердцем этого села. А если в вашей школе через несколько лет будет не 95 человек, как сейчас говорит глава поселения, а 500 человек, тогда мы вам и новую школу построим, и построим вам новый клуб, в котором будет, например, 1000 мест и так далее, и так далее. Все зависит от вас. Поэтому чем больше будет воробьевцев, тем больше будем развивать вашу инфраструктуру. С праздником, добра, счастья, и пусть в этом клубе. В клубе звучит музыка, танцы, песни. Уважаемый Юрий Николаевич, Владимир Геннадьевич, Михаил Алексеевич, Сергей Александрович и, конечно же, наш подрядчик Сергей Рафаилович, я от всей души хочу поблагодарить вас за этот храм души. Вчера здесь был батюшка, он нам осветил этот дом культуры, и он сказал, что после храма духовного храма, дом культуры, это храм души. Поэтому я всем воробьевцам желаю здоровья, счастья, чтобы они сюда к нам ходили, чтобы у нас побольше увеличилось участников художественной самодеятельности. Милости просим вас каждый день, кто на танцы, кто на дискотеку, кто петь, чтобы все в новом доме культуры проявили свои таланты. Всего самого доброго. Мне поблагодарить тех, кто активно принимал участие в строительстве нашего Дома культуры. Дорогие друзья, раз уж Анна Антоновна решила таким образом разобраться с нами тут со всеми, то позвольте мне выполнить приятную миссию, пригласив сюда директора Дома культуры, вручить новый компьютер. Татьяна Михайловна, вы там уже празднуете, наверное. Вот. Мне бы хотелось искренне от души, с глубокой признательностью,
еще раз поблагодарить в лице Сергея Рафаиловича строителей, которые здесь работали в сложных условиях, и вручить благодарственное письмо именно ему, директору ООО «Стройсервис» Суворову Сергею Рафаиловичу, за ту большую работу, которую они здесь провели, с чувством признательности и уважения. Руководителям тех организаций, которые непосредственно оказали нам подведение наружных сетей, так как наружные сети были возложены все устроить именно сельскому поселению. Булавина Александра Ивановича, генеральный директор акционерного общества работников народных предприятий. Воронин Валерий Филиппович, начальник Пленинского идейно-технического цеха Задонского межрайонного центра технической эксплуатации ПАО «Ростелеком». Радькова Виктор Николаевич нет, да? Лесных здесь? Здесь. А что ж, не идете, Виктор Николаевич? Объявляйте. Радьков Виктор Николаевич. Он нам помогает не только при строительстве Дома культуры, но и когда заснеженные дороги у нас, он всегда нам оказывает помощь в чистке дорог от снега. Ну, где-то. Лесных Александр Васильевич. Косинов Николай Николаевич, водоканал. Вот этот человек вот поистине к нашему населенному пункту отнесся с душой и добром. Алексеенко Николай Анатольевич, РЭС. Начинаем наш праздник. Благие дела государственных добродетелей и талант людей мастеровитых послужили ныне открытию учреждения просвещения, проведения ассамблей, празднеств и прославлению талантов земли русской. Новой палаты для благодеяний и постижения искусств готовы принять отроков юных и мужей мудрых, девиц и молодцев, все народное скопище под своим светлым обустроенным сводом. Покуда дворцы и галереи будут строить, покуда их наполняет благодать, живость ума и память предков, будет жива Россия, будет крепче дух Отечества, будет сильнее держава, будут звучать балалайки и гармони на Руси. И я приглашаю на сцену ваш любимый ансамбль «Прялица». И песня звучит «Гармошечка в селе». Bye.
чи-чи, ай-чи-чи, хочешь смейся, хочешь кричи. Очень строгий отец мой и мать не пускают на улицу гулять. Тихо босиком и до милого по камушкам бегу. Хоть и строгий отец мой и мать, все равно пойду на улицу гулять. Меня милый в беседке поджидал, губы алые меня целовал. Разгорелось мое личко огнем, сохнет девичье сердечко по нем. Живет Россия, пока живет частушка на селе. В этот праздничный день от всей души вас поздравляет Вера Журавлева и ансамбль «Частушка». Красавчик стал такой, сразу похмелила.
потеряла, игроков замучила, всю неделю не пилот, не спалось, не елася, по Черёшкину мотали, прислать не хотелось. С праздником вас поздравляем, радости, тепла желаем, и здоровья до 100 лет, пусть Господь хранит от бед, и здоровья до 100 лет, пусть Господь хранит от бед. Вдалеке от большаков, в городах и весях мы. Справно испокон веков, справно испокон веков, проживаем весело. Справно испокон веков, справно испокон веков, проживаем весело. Все небесной манны ждем, нянчим где-то барюшки. А так живем, хлеб, соль живем, так живем, хлеб, соль живем, сударь, сударушки. А так живем, хлеб, соль живем, так живем, хлеб, соль живем, сударь, сударушки. А где родились, там и сгодились, а где сгодились, там и живем, а где живем, там и влюбились, и живы будем, не помрем, а где живем, там и влюбились. Бывала чаша льной на базарной площади. Да на стенку шли стеной, да на стенку шли стеной, но без поножовщины. Да на стенку шли стеной, да на стенку шли стеной, но без поножовщины. А где родились, там и сгодились, а где сгодились, там и живем, а где живем, там и влюбились. Может, я одна из ста, а может быть из тысячи. Есть подворье, есть изба, есть пропащая судьба, и на случай три свечи. Есть подворье, есть изба, есть пропащая судьба, и на случай три свечи. А где родились, там и сгодились, а где сгодились, там и живем. Говорится в пословице: будет хлеб, будет и песня. И песня сейчас будет, конечно, веселая, казачья, вам для настроения. А исполняет ее вокальный дуэт «Бабье лето». Вы его знаете. Калинной красной у реки разгуляй-гуляй, это казаки. И казаки тучие, как огонь, синий цвет, как гармон. Эх, казаки, лай, ворога, будет ручка тайная. Жаль, любовь шальная, города, идет дорога дальняя. Жаль, любовь шальная, города, идет дорога дальняя.
места. Они есть у каждого из нас. Эти деревенские тропинки, эти вечерние деревенские огоньки. И от воспоминания запаха черемухи голова кружится, и слезы при этом чистые и светлые. На сцене вокальное трио «Малахит», ваши гости из Елец, Маланина. Встречайте аплодисментами! Yeah.
Где живет народ, называют Родиной. Наша Родина – это наша величавая матушка Русь. Люблю, глубоко понимаю, степей задумчивую грусть. Люблю все то, что называют одним широким словом Русь. Итак, на сцене ваш любимый коллектив «Пряница». Аплодисменты, друзья! Thank you.
друзья, уважаемые гости, от всего творческого коллектива этого прекрасного нового Дома культуры мы благодарим вас, что разделили с нами радость новоселья, и поздравляем вас с открытием такого прекрасного многофункционального Дома культуры, куда вы можете прийти в любое время, в любую погоду, и вас всегда встретят добрые, талантливые, приветливые хозяева.